Всем привет! Сегодня мы сделаем обезьянку из одного шарика. Накачайте любого подходящего цвета шарик, оставляя примерно 12-сантиметровый хвостик. Завяжите конец шарика. Давайте сделаем первый мягкий, примерно 7-сантиметровой длины пузырь. Замыкаем оба конца первого пузыря в один замок. Теперь делаем второй мягкий, такой же длины, как и первый пузырь, около 7 сантиметров. Замыкаем оба конца второго пузыря в один замок. Таким образом мы сделали уши для нашей обезьянки. Теперь делаем третий мягкий, примерно 10-сантиметровой длины пузырь. Замыкаем оба конца третьего пузыря в один замок. Делаем четвертый мягкий, примерно 7-сантиметровой длины пузырь и замыкаем оба конца четвертого пузыря в один замок. Мы сделали голову. Давайте поправим все пузыри в нужные положения. Теперь делаем пятый, примерно 3-сантиметровой длины пузырь. Это будет шея. Теперь нам нужно сделать цепочку из следующих 4, примерно 5-сантиметровой длины пузырей. Замыкаем оба конца цепочки из последних 4 пузырей в один замок. Мы сделали руки и ноги для нашей обезьянки. Теперь делаем 10-й, примерно 5-сантиметровой длины пузырь. Это будет тело. Замыкаем оба конца цепочки из последних 3 пузырей в один замок. Остальная часть шарика будет 11-м пузырем. Это хвост. 11-й пузырь можно разделить на 2 пузыря. Сделать 12-й, примерно 3-сантиметровой длины пузырь на самом кончике шарика. Сделанный таким образом хвостик выглядит смешнее. Я воспользуюсь нестираемым черным фломастером, чтобы нарисовать мордочку обезьянки, глаза, носик, огромную улыбку. Ну вот и все. Поздравляю, мы сделали простейшую обезьянку из одного шарика. Веселых вам выкрутасов!